Песчаная сказка – тематический спектакль продюсерского центра заслуженного артиста России Гии Радзе с участием титулованных артистов Росгосцирка, покоривший владивостокского зрителя сложными номерами, эксклюзивными костюмами и экзотическими животными. Яркое шоу продолжительностью более 2 часов смотрится на одном дыхании. Поэтому после выступлений гости, пришедшие на спектакль, еще долго не отпускают артистов. Аплодируют стоя по несколько минут. Я под впечатлением, просто, как бы сказать, что нет комментариев, просто… Восторг просто в кубе. И костюмы, и озвучка, и артисты, и зверушки. В общем, ну, потрясающе, просто потрясающе. Очень понравились лошади. Как-то воздушные гимнасты, да, или бисты. Воздушные гимнасты тоже классно. Ну и сам по себе шоу такое, как сказать, дорогое. Мне понравилось с лошадями, и собаками, и гимнасты. Представления невероятные. Даже дочка вот 3 года, и она сидит с открытым ртом. Теплые отзывы зрителей и количество проданных билетов подтверждают знак качества программ продюсерского центра Гии Радзе «Королевский цирк». Только до 17 октября в афише остались всего 9 спектаклей, билеты на которые активно раскупаются. Самое главное, я вижу реакцию публики. Зрителей никогда невозможно обмануть. И вы сами видели, как они хлопали, как они реагировали. И я очень рад, что вот так приняли наш новый проект «Песчаная сказка» здесь, во Владивостоке. В шоу «Гии Радзе. Песчаная сказка» зрители увидят романтических воздушных гимнастов, ловких акробатов и завораживающие трюки на ориентских колесах, конных жокеев, а также увидят главную изюминку шоу – единственный в мире групповой аттракцион с бегемотами. Создатели и артисты шоу ждут зрителей для совместного путешествия в мир сказочного Востока. Алина Черненко, Анастасия Лихман. Новости на 8.